Обрушение многоэтажки в Магнитогорске. Происшествие России под завалами. Остаются десятки людей. 1-1. Обрушение произошло в 6 часов утра в Магнитогорске. После взрыва газа обрушился подъезд в доме 164 на улице Карла Макса. ЧП произошло в 6 часов ровно, 4 часа ровно, МСК. Разрушились перекрытия с 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7 подъездами дома. Уничтожено 48 квартир. Прибывшие на место спасатели вытащили из-под завалов троих выживших и троих погибших людей, в том числе тело ребенка. 2-2 погибших может быть очень много. По словам заместителя губернатора Челябинской области Олега Климова, в разрушенных квартирах было прописано в общей сложности 110 жильцов. Судьба 79 человек в настоящее время неизвестна. На месте ЧП развернуты поисково-спасательные работы, в которых участвуют 469 человек и 66 единиц техники. Дежурит 10 машин скорой медицинской помощи. 3-3 люди выпрыгивали из окон. Между хлопком и обрушением прошло несколько минут, сообщает главный редактор Верстов. Инфо Павел Верстов. За это время многие жители успели покинуть здание самостоятельно, некоторые прыгали из окон. 4-4 на место выехали губернатор Челябинской области, главы МЧС и Минздрава. О произошедшем в Магнитогорске доложили президенту России Владимиру Путину. К месту ЧП вылетели глава МЧС Евгений Зиничев и глава Минздрава Вероника Скворцова. Там уже находится губернатор Челябинской области Борис Дубровский. 5-5 эвакуированных разместили в двух магнитогорских школах людей, эвакуированных из соседних с обрушившимся подъездов. Разместили в магнитогорских школах номер 5 и номер 14. В школе номер 14 развернут оперативный штаб поисково-спасательной операции. С пострадавшими работают медики. Организовано горячее питание. Жители Магнитогорска собирают для них теплые вещи. Городские власти заверили, что людям будет оказана помощь в восстановлении документов, которые многие из них в торопях оставили дома. Губернатор Дубровский пообещал, что всем эвакуированным предоставит временное жилье. 6-6 СМИ сообщали о взрыве автомобиля под аркой многоэтажки. Телеграм-канал. Мэшси. Что ЧП могло произойти из-за взорвавшегося под аркой многоэтажки автомобиля? Однако в ФСБ заявили, что единственной рассматриваемой версией трагедии является взрыв бытового газа. 7-7 возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности. В региональном управлении Следственного комитета возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более людям, часть 3 статьи 109 Уголовного кодекса. Глава СКР Александр Бастрыкин направил на место следователей и криминалистов из Москвы. 8-8 из местного телеэфира уберут новогоднее поздравление. Объявлен режим ЧС. Источник. Яра, Руси. Что из-за ЧП из эфиров челябинских телеканалов уберут новогодние поздравления губернатора Бориса Дубровского? В Магнитогорске введен режим ЧС.